испытали вот такой вот самодельный нож и пришли к выводу, что нужно сделать его уже. Обрезать вот эти вот плечи и по новой заточить. Это облегчит ему работу, я так думаю. Сделали нож уже, заточили, отбалансировали. Пойдем испытывать. Он стал гораздо легче. Может быть, это улучшит работу. Что хочу сказать, косить легче, чем с тем ножом, двигатель абсолютно не греется. Пробовали косить вот такой вот сухой бурьян выше человеческого роста, лупит хорошо. Молодую вишню до сантиметра толщиной сбивает. Пока остановимся на таком варианте. Посмотрите, какой мы вычистили пустырь. Вернее, не вычистили пока еще, но скосили. Тут застарелая амброзия толщиной в палец, наверное, как не больше. Вот, и новая трава свежая, и старая, и молодняк, и мусор всякий. Заброшенный клочок земли, его нужно было вычистить. Вот что здесь творилось. Леска с этим бы не справилась никогда. Вот посмотрите, какой большой был бурьян по сравнению с триммером. И нож выдержал это испытание. Немножко кончики подтерлись. Ну, все обошлось. Оценка отличная. До свидания.